Всем-всем добрый день, Нью-Йорк с вами. Золотая, прекрасная, теплая осень 2016 года. Вы знаете, здравствуйте еще раз. Рада увидеться со всеми вами. И в данном видео я хочу в преддверии следующего вторника американских выборов президента, и в связи с тем, что в моих флоридских сюжетах вы, наверное, увидели, кого я поддерживаю, я хочу пояснить свою позицию. Потому что я знаю, конечно, что некоторые, удивлены, может быть, даже недовольны, а может быть, даже по политическим мотивам меня и вычеркнули из своей жизни. Нельзя этого делать, я это тоже не делаю никогда ни с кем, каким бы политических взглядов человек ни был. Вы знаете, конечно, общеизвестно, что американское общество на сегодняшний день, раскололось примерно пополам. Половина поддерживает Трампа, половина поддерживает Клинтон. Но, конечно, характеризовать вот эти группы поддержки очень трудно, потому что разные люди разных социальных слоев. Может быть, Клинтон поддерживает больше такой социальный слой, который пользуется государственными какими-то льготами, я так думаю. Вот. Но, в общем-то, обстановка накалена. Конечно, выбор очень трудный, потому что нет идеального кандидата на сегодняшний день. Вот нет идеального кандидата в 2016 году, но выбирать все равно нужно. Никуда не денешься, выбирать нужно. Так вот, я после долгих размышлений, раздумий, все-таки пришла к выводу, что я буду голосовать во вторник за Дональда Трампа. Потому что, вы знаете, на сегодняшний день, после всяких теледебатов, после всяких каких-то враждующих моментов между кандидатами, все равно просматривается такой момент, что вот больше я доверяю Трампу. Я думаю, что он больше сделает для Америки, нежели Клинтон. Потому что Клинтон, вы знаете, она как бы последователь политики нынешнего президента Обамы, последователь. И вот за прошедшие 8 лет я, например, не видела какого-то развития, что ли, Америки. Вот как я ощущаю, конечно, каждый человек-то ощущает по-разному, у каждого жизнь индивидуально, но я за эти 8 лет ощутила, что Америка вот как будто топчется на месте, как будто какой-то застой, какое-то болото, то есть и все пущено как будто бы на самотек. Вот кто как выкарабкается, что как получится, где как получится, так оно и будет. Какой-то президентской руки, какой-то президентской воли или каких-то, не знаю, решений так и не состоялось за эти 8 лет. Конечно, может быть, это связано с тем, что республиканцы как бы у власти, а президент демократы, у них нет между собой согласия. Много-много факторов, но все равно в итоге-то договариваться-то надо. А договариваться не получается, и поэтому авось и ныне там. За эти 8 лет единственное, мы на своих плечах почувствовали принятую медицинскую страховку Obamacare, как она называется, которая просто ужасна. Вы понимаете, если человек не хочет страховаться, не хочет покупать эту страховку, а эта страховка не дешевая, она доходит даже 400-500 долларов в месяц, то этот человек подвергается при заполнении налоговой декларации штрафу за то, что он не подписан на страховку. И моего мужа страховали, потому что у него нет страховки, ему практически она, чтобы ее купить, она не нужна, мы не покупаем.
человек не обращается практически к докторам, если любой человек взять, но он должен каждый месяц платить $400-500, такому человеку страховка не нужна. И вот те люди, которые не купили страховку и даже не ходили к врачу, и даже не было у них никаких emergency случаев, те люди тоже платят штрафы. Это, я считаю, нехорошим принуждением. И человек волен сам распоряжаться и выбирать, покупать ему страховку, не покупать. Особенно молодежь, которая и к докторам-то не ходит молодежь, еще здоровье позволяет жить без страховки. Поэтому, да и многие доктора, очень я разговаривала, вот когда встречаюсь с какими-то врачами, ну, по жизни, очень многие недовольны этой страховкой, она очень много не покрывает. В общем, я не знаю всяких дебрей, там финансовые какие-то моменты, но страховка не оправдывает себя. И я рада, что Дональд Трамп обещает ее отменить. Я не знаю, конечно, что вместо нее будет или как это будет, вернется все, как оно было, но что-то надо менять. Клинтон обещаний таких не дает, и Клинтон продолжит политику Обамы, чего я не хочу, и она, вы понимаете, вот каких-то таких вот проектов и у нее, которые бы мне понравились, вот я не вижу. Она, например, опять налоги обещает поднять, и корпорациям особенно, чтобы бюджет наполнять. Но простите, если корпорациям еще больше поднять налоги, они покинут территорию США и уведут свой бизнес за границу, чего сейчас и происходит. А Трамп, наоборот, хочет уменьшить налоги. Я верю ему, потому что он промышленник, он деловой человек, он больше в этом разбирается. Он знает, как финансово заинтересовать какое-то производство, корпорацию, чтобы она оставалась на территории страны, не уходила. Он знает, как заинтересовать. И он сделает это. Он вернет всех сюда, и промышленность будет больше, больше, больше развиваться, появятся рабочие места. И он обещает снизить налоги простым людям, потому что налоги очень высокие, до 30% доходят. И налог, вот этот процент налога, идет что с маленькой зарплатой, что с большой зарплатой одинаковой. Это, я считаю, тоже несправедливо, потому что человек, зарабатывающий не такие большие деньги, должен отдать 30%. Это очень много. Поэтому вот, вы знаете, какие-то вот эти вот предвыборные предложения Трампа мне более близки. Хотя бы взять вот эти налоги. Понимаете, мне вот Трамп видится как человеком дела. Вот я почувствовала, что с его приходом в президентство вот страна наша как-то изменится. Я надеюсь, что она изменится к лучшему, пойдет какая-то работа, какая-то пойдет жизнь, понимаете? Он не даст никому скучать, и он изменит, я уверена в этом. Тем более, как я слышала, что к нему в команду, скорее всего, вольется Джулиани, бывший мэр нашего города Нью-Йорк, очень уважаемый человек, очень хороший человек, при нем Нью-Йорк был замечательный. И он, если будет в команде Трампа, я буду очень рада. Конечно, еще зависит от того, кто будет в команде, потому что команда – это очень-очень важно. Да, Трамп грубоват бывает, он иногда правду матку режет, есть в нем такое, но он говорит ту правду, о которой боятся сказать другие. Проблема-то есть, а вот эта толерантность, слишком толерантность, супертолерантность, как экстратолерантность, она мешает решать даже какие-то проблемы. Он говорит правду, и не так уж, если вдуматься в его какие-то предложения, не так все страшно на самом деле, как мулюют, иногда очень даже искажают.
понимаете? И копаясь в его грязном белье, ему уже 70 лет. За 70 лет он мог бы себе такую репутацию заработать нехорошую. И копались в его белье очень тщательно. И чего выкопали? А ничего не выкопали. Выкопали только то, что он очень любил женщин, женщины любили его. А почему нет? Красивый, богатый мужчина, любит женщин. Что в этом плохого? Единственный минус, что вот тут женщин. Ну и что? А как он там в колуарах отзывался и записали разговор как бы с неуважением о женщине? Так может быть, эта женщина заслужила это неуважение в конце концов? Такой человек, как Трамп, запросто правду кому-то скажет. Поэтому я считаю, что репутация у него нормальная. Он в здравом уме, он очень физически активен. И он действительно страну, я думаю, изменит к лучшему. Что касается Клинтон, то настолько она уже там в тех кругах вращается довольно долгое время. Может быть, лет 15, если не больше, если я не ошибаюсь. Вы понимаете, за это время настолько она, во-первых, она поднадоела своей напористостью. Такое впечатление, что она вот о президентстве мечтала долгие годы. В первой попытке у нее не получилось. И она на вторую попытку пошла, вот идет как буйвол вперед. И наплевать ей на все. У нее цель вот просто стать президентом. Я не знаю, назло кому-нибудь или как бы себе вот такую цель она поставила. И за эти годы очень много у нее было каких-то мутностей. В частности, вот этот Клинтонский фонд, который наполняется неизвестно откуда и который расходуется неизвестно как. Вот эта мутность с ее имейлами, которые, ну как вообще государственный деятель может вести переписки государственные со своего личного компьютера? Не с одного, а с нескольких, конечно же. Это только дура, извините, баба, может до этого дойти. А с нее как с гуси вода. Ой, извините, я сделала ошибку. Ничего себе ошибку. Это не ошибка, это преступление. А потом у нее вот эта вот лишняя личная помощница или личный секретарь, женщина индийско-арабского происхождения. Слушайте, я забыла, заклинила, как ее зовут, вы знаете. Она с ней, этот секретарь, уже 20 лет. Ну, довольно молодая женщина. Я так думаю, ей, может быть, за 45. То есть в 25-летнем возрасте она пришла уже работать к Клинтон, при этом живя до 18 лет в Саудовской Аравии. Как она в духе, американском духе она выросла, воспитана или нет? Как вы думаете, живя до 18 лет в Саудовской Аравии? А потом каким-то образом вдруг она появилась прям у уха Клинтон. Они прям друг с другом, как сестры-близняшки, всегда рядом. За какие такие заслуги? И за какие такие заслуги Клинтон доверяет ей самое сокровенное? Свои государственные какие-то дела. И не только ей, но и ее придурку-супругу, который что-то там в сексуальном плане на интернете себя не очень хорошо повел. Разве это приятно? И я так рада, что возобновились вновь расследования по поводу вот этого всего, и неизвестно еще, во что это выльется. То есть ради пополнения бюджета своего фонда Клинтон, я думаю, идет на очень многое. И она очень нечестный человек. Поэтому, вы знаете, ну не верю я ей, не верю. Что я могу поделать? Вот такой я вывод делаю. Поэтому, конечно, жизнь покажет, как говорится, кто будет, страсти накаляются, кто победит во вторник, время покажет. Но я буду голосовать за Трампа. Может быть, даже это пойдет вразрез
многим моим не только знакомым, но и родственникам, я вам скажу. Я даже пойду на это, потому что я имею свое мнение. Хотя я зарегистрирована как демократ, но я считаю, что Клинтон не президент. Это не тот человек. А вот Трамп, он действительно нормальный кандидат, который достоин президентства, я так думаю. По отношению к внешней даже политике, агрессивность Клинтон мне не очень-то нравится. Трамп, он не так прост, как кажется. Он, когда говорит, например, отзываясь о том же Путине, о каких-то политических международных делах, его фразы нельзя понимать вот так прямо. Его фразы надо читать с обратной стороны. То есть, если, например, он хвалит Путина, он говорит не о том, что ему нравится этот парень, тем самым он ругает Обаму. Если он хвалит Путина, тем самым он намекает, что США очень мало внимания уделяет своей армии. Если он говорит одно, на самом деле надо понимать совершенно другое. И я думаю, что на международной политике он пойдет, может быть, даже какими-то нестандартными путями. Я надеюсь, что у него будут очень профессиональные, хорошие советники. Я надеюсь, что внешнюю политику, вот эти все ведомства, которые немножко между собой не могут договориться, он их сблизит. И будет какая-то политика такая, знаете, определенная, и договоренности будут здесь, внутри Америки. Так что вот такие дела. А в конце я скажу, что вот эта секретарша, у меня такое ощущение, может быть, это моя фантазия, но между Клинтон и ее секретарем, какая-то женская любовь, вот какая-то такая любовь, очень нестандартная, мне так кажется. Кто знает, что там происходит. Поэтому вот такие дела. Те, кто со мной не согласен, не осуждайте меня. Я вот так вижу вещи. Ну, выразите свое мнение, как вы на это смотрите. А время покажет. Посмотрим.